ребяшки, тестовое видео, и как обычно, полно сюрпризов. Во-первых, три вида стабилизации. Есть базовая стабилизация, с которой мы сейчас снимаем, потому что мы всегда снимаем 4К 60 кадров. Вот всегда на айфоне уже года 3 так снимаем, и на этом делали так же. И видео у нас тоже в 4К. Есть стабилизация чуть улучшенная, она доступна только в Full HD 30 кадров в секунду. А есть суперстабилизация, которая тоже только Full HD и только 30 кадров. Мы взяли базовую, потому что мы снимаем всегда 4К и 60 кадров. Вернее, 50, но там только 60. Пойдем, пройдем. Но она есть стабилизация, то есть там значок стоит, то есть как-то худо-бедно должно стабилизировать. Так, до людей это пропустим. Че, перепад по свету, искусственный свет и обратно. Охрана что-то подвигается. Как они вот открыли новую, сколько стоит? 230 рублей, слушай, недорого, а мы по 240 берем. Звук настроен на микрофон, стараемся держать аккуратно, ничего не перекрывать, как обычно. Напишите, что вы думаете. Что, тестовые фотки еще? Да. Фотки тоже по ссылке внизу. Обратно в студию. Пинг.